Надежда Савченко опять объявила голодовку. Правда, теперь депутат Верховной Рады борется с несправедливостью в своей стране. Она отказалась от еды в знак протеста против бездействия властей в освобождении пленных. Сегодня Савченко провела пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковала внутреннюю политику Украины. Я испробовала много методов бороться за хлопцев, как боролся за меня свет. Я испробовала много методов борьбы за пленных. Мир боролся за меня, а теперь я буду бороться за них. Голодовка помогла мне быстрее освободиться от плена. И сегодня я снова объявляю голодовку до дня позитивного результата. Савченко считает, что властям следует обратить внимание на нужды народа и перестать тратить огромные средства на военные нужды. Я езжу по Украине и вижу множество проблем, которые власть не решила за 25 лет независимости страны. Но я хочу, чтобы вы поняли, военное положение замораживает развитие экономики страны и разрешает власти неограниченно, безотчетно распоряжаться всем ресурсами страны и даже ее народом.